На слушаниях в Конгрессе также стало известно о планах братьев Царнаевых, что в планах братьев Царнаевых не была проинформирована не только бостонская, но и нью-йоркская полиция. Конгрессмен-республиканец от штата Нью-Йорк Питер Кинг сегодня критически высказался по поводу действий ФБР. Кинг также вступился за полицию своего города, которую в последнее время все чаще критикуют за практику так называемого расового профилирования. Он обвинил критиков в излишней политкорректности. Разумеется, в последнее время в средствах массовой информации высказывалось немало критики в адрес нью-йоркской полиции на эту тему. Однако я считаю, что NYPD проводят весьма эффективную совместную работу с мусульманской общиной города, за что ее могут обвинить в неполиткорректности. Полицейские делают свое дело и осознают, что главная угроза безопасности исходит от очень маленькой части исповедующих ислам граждан. Полиция проводит наблюдения, пытается предотвратить теракты, и у нее это отлично получается. За последние годы полиция Нью-Йорка успешно предотвратила 16 готовившихся терактов против нашего города.